Ну, кончились эти руны матками на КД, было слово. Можно не, ну Макс КД камнем, это прям сильно. Его, а что, хилы фулл, я вообще пойду, да? Чем могу помочь? Да-да-да. Не, я могу в шипы, как бы. Бля, мне интересно, если бы я сейчас был, допустим, с каким-нибудь ренегатом, куда бы меня кинуло? На палку. Нет, не важно, я эльф бездны, меня в Старград портнул. Нормально. Мир. Есть кто-то там, блядь, или всех выкинуло нахуй? Выкинуло нахуй. Как я говорил, на палку кинет. Смекалку вообще жалко, он в Калимдоре, блядь. В Дарнасе, блядь. Ну, смотри, хуяри, это ж по другому языку. А хули Саня в Дискорде молчит? Саня, привет. Здравствуй. Как твои? Нихуя. Поебано я все. Устал я, блядь. Устал? От жизни такой, паскудный. Да пиздец. Да, сложная неделя, забей. Не у тебя одного, Саня. Блять, взял мораль кикнул. Андрюха, ты тут? Ты шо доебалась-то до меня, сука, ты ебучая. А чё, можешь какой-то институт по Вовке открыть? И шо ты там будешь преподавать? Зелеварение? Ну типа, какие там бисовые шмотки там? Кстати, хотел спросить, а вот склеп добавят это, босса или нет? Добавим. Одного, да, к этот, блядь. Просто, может быть, мы не пойдем в склеп сегодня? Да его не добавят сразу, чё. Не добавят, да. Бурю сразу, по идее. Просто как камень у тебя был с контентом, с Некстромаса, так у тебя и буря добавится с контентом этого удара. Я тоже думаю, что лучше в склеп тогда не ходить, ебать, что мы сейчас КД повесим, блядь, и там похуй пойми, потом босс появится или не появится. Давайте, давайте. Да, лучше в понедельник до ульды сбегать быстренько туда. Т8 полутай. Т8? Да, блядь, я хуй знаю. Падает там. Падает, падает. Просто если оно будет падать в склепе, логично то, что даже не вендеры с Т8 стоят. Ну, с двумя этими токенами. Логично. Ну давай я не буду. Тем более склеп не так можно. Логика есть, но вопрос ли есть логика у админа? Да, вопрос да, второй, блядь. Да. Начинаешь логику еще у людей, которые анонсировали склеп босса и так далее с выходом Накса, но в итоге мы сосали Бибу, потому что они не выкатили Ола. Ты хочешь вот у них логики, да? Ну да, кстати, не было же склепа, потому что... Мы убили босса, но убить вы его не сможете, потому что у вас Ола нет. Извинись. Что ты сказал? Какая там чарка на ручку, блядь, на левую руку, на правую руку? 53 силы заклинания. 53, да? 53. Ну или черная магия. Да черная магия, по-моему. Что, суманете? А 63 это не то, разве, господа? Ну, 63 это топовый чар. Ну, он дорогая, сильно, пока бомжатскую зачарюсь. Идем шо. А, зачаришь меня? Есть локи в инсте? Кем, блять? Рогай? А, ну, не очерню. А, да зачернешь? Все отлично. Сейчас только камень в башку себе куплю.
Сейчас там лок один на подлете. Быстренько засмоним. Саня. Это Леха попросил врубить стрим. Нет. Ну, пацаны, врубите кто-нибудь стрим, пожалуйста, или территорию захочет зайти, пацаны. Я могу врубить, в принципе. Вруби, пожалуйста. А, вон кто-то врубил. Спасибо. Как этот камень на крит и крит урон называется? СПДшный. Ой. Красный ты имеешь в виду? Нет, не, мета. В башку, мета. Бля, я не помню. Бля, я тоже не помню. Хаотический алмаз. А, спасибо. Ну, это не точно. Я нашел. Точно. Очарка, блядь. А, все. Давайте, ребят, суманимся. Пишите, да, кто кого суманит. Плюс сюда поставьте. Смекалка осталась. Все тут. Че, все тут? Да, все 25. Давайте, бабчик. Рыбка возле огурцов кушать. Танчит срез у нас. Разберись там с аурами сразу паладина. Нифига прикол. Оказывается, эти ауры от альянсовского и типа от обоих эльфов они стакаются. Прикольно. Угу. Ока, дай МК по Абу-Даби, я по Лоя, Лоя по Ока. Давайте, че на готовность. Баф, проверьте. Пристабафа нет. Три приста ему. Ноль профит. Я в ахуе. Ну-ка, еще раз. Подождите. Че там? А вот сейчас бахать его. Песос. Там питомцев сейчас бахать, блядь, моего можете бахать. Говорят, нормальная тема. Ханта бахните питомца. Все, последнее буду запускать. Распредели хилов на последнюю фазу. А, вот шейди. Кулачок можно. Первая пати слепкот, вторая пати Сашки, третья пати Мидзукаги, четвертая пати я, пятая пати Войт, справишься с этим? Конечно, я хилю пока, да. Все, Войт. Все, давайте, верчи на готовность и уже запускаем. Запускай. Привет. Так. Это заклинание еще не готово. Моя...
Ну, мораль со смекалкой там на сфере. С черепа, по-моему. С того, как всех стянет, сразу в череп. Кастом сбить. Как так, нахуй? Не помню. Первый раз такое вижу. Так, это, ну, не это. Че, вообще не было видно. Прохильте рейд. Нечаянно подыми. Алисочку. Слип, дай по мне БР. Марлу, тебе надо будет по Вайду дать БР. А чё, сфера в боссе, что ли, была, да? Я не знаю, надо, короче, походу падать. Что такое это? Тратим время, блядь. Искра очень быстро летит. Раньше она медленнее летела. Она под постом стоит, блядь. Она в боссе стоит, блядь. Ну вот её нету, она исчезла. Она телепортнулась в босса, ебать. Она быстро летит изначально, что-то с портала своего, блин. Давай падать, Саш, время тянем, блядь. Он летит как торпеда, уже в боссе. Сразу оковы, давай, нахуй, стан разбили, да. И бейте, блядь. Да, вот он сейчас съел. Попробуйте с искрой, чтобы сначала один ударил, а потом второй заталантил. Тогда она на тебя полетит. Потому что иначе она будет... Давайте следующую искру смотрим. Вот как она просто летит, я не могу понять, что в ней. Она под этой, под этой платформой, блядь, летит. Да. Классно настроена геодата, я понял, блядь. Ой, Настя обнова, блядь, черти ебаная. Где она сейчас, вот откуда летит, с какой стороны? Ну еще нет, она уже босса жрал ее. Она манипулирует. Нет, он на нем сейчас дебафа. Он ее не сожрал. Ну, уже закончился просто. Да, вот сейчас новое. Вот сейчас новое. Видишь, как быстро летит? Нет, поверни от квадрата. А ну, поверни его, блядь, на 90 градусов. Есть, а ну, да, смотрите за искрой. Где она, блядь, летит? Чик. Нормально. Все. Что получается, нахуй? Вроде все получается. Странно. Не, она все равно как-то не так. Раньше медленнее летела изначально. Давай, все убьем быстрее, блядь. Да уже сейчас переведем. Я понимаю, что переведем, но, блядь, время, во-первых, потеряли. 7 минут. Ну давайте бить, да. Не похуй. Ну здесь на драконах не тупить, так-то убить можно. Вон, искра с черепа летит. Вот давайте следующую игру разобьем, дадим Геру. Я залутал. Он уже сожрал, да? Он уже все. Уже да и потом мы перевели, походу. Уже перевели. Дамажьте, блядь, как-нибудь. Ну да, че. На драконах подамажим. Там на дыханиях поможете, минус купал. В Африке монархии известно летали. Сейчас вот 4 маленьких пойдет, когда вниз. Начнут мелики их бить, сведут. Можно Геру будет дать. Куполу подтягиваемся. Давайте Геру. Пробуем уже. Купол уведите, блять, а то умрете там нахуй, блять. Там Таурана пока. Ой, переходите быстрее. Чё вы спите, блядь? Первый раз сюда пришли? Меня мобы бьют, блядь. Дыхание скоро. Стоим здесь. Влад, готовься поражать эту хуйню свою. Дим. У меня пизда рулю. Нажимай. Влад, давай, не успели, блядь. Прохильте рейд. Вот нам. Надо было гимном помочь там. Там ты прикол, что меня выкинуло нахуй. Мумура, давай ты следующий нажмешь тебе. КД. Надо прибежать. Надо перебежать. Вон.
Стоим вот в этом куполе теперь. Мумура, отдай сейчас этот гимн. Давай. КД. И почему я падаю с платформы, я понять не могу, что за нахуй. А вот там забивает тебя. Типа как-то хуй поймешь. У меня всегда так на магии. Надо перебежать. Сейчас новая будет, подожди, не перебегайте. Ну еще лет медленно, пиздец. Он откинет, сейчас вот откинул. Но... Вот в это все перебегайте. Макс, поанонсишь нам эту хуйню, когда отлетай? Поставь на себя метку, пожалуйста, этот, печеньку. Все в печеньку двинулись. Просто за врыло босса смотрите, кто не знает, как летать, и за сферкой, которая вылетает. Дамажки 3 кп разрядили, ну, кто дамажит, 3 кп разрядили, вся ротация. Летать не по кругу, и все. Так, под мордой мы залетаем. Печенька вот там. Кучнее станьте просто один фрейм, так будет удобнее летать, удобнее видеть. Сейчас он плюнет. Блять. Ждите, рано. Вот сейчас полетели. Там анимация есть, типа, видно. Только щит это, ну, КП на щит оставлять, не проебывать. Ну, минимум 2 КП, это минимум. Чтобы выжить. И сразу не нажимайте ее. Когда он может, типа, когда он кастит, может, уйти пустые и сразу садится. Отлетели. Там вас ебет, я смотрю, нормально. Ой, там еще умерли. Только стаки не проебите, мы убьем босса, если только стаки не проебите. Да? Я что-то, блядь, многовато. Не, 12 лямов. Отлетели. 3-4-30%. Ну, слишком много дохлых людей. Да. Сейчас в берсу убрётесь, что минута осталось. Давайте вы процент 20 секунд срываете. Сейчас так попробуем. Отлетели. Саня, заберу сердце, если что. Или там очередь какая-то. Да не, забирайте все. Там можно всем забирать, главное успеть. Отлетели. Ну там какая-то очередь есть на сердце. Я берсу не вижу, есть какой-то тайм. 40 секунд, не успеваете, может. 47 секунд. Ну оставить ему ляма 3 еще, блядь. Вы раз 8 секунд процент сносите, это бред. Ну потому что люди дохнут, типа. Ну я что и говорю, может вы упадете просто уже? Ну, бьем. Я еще сразу сказал, когда 3 человека сдохли, давайте упадем. Ладно, все, подожди, Кир. Все на сбор. Может получится. Отлетели. Все в их руках, видишь? Это мало цуков, это 20 стаков, я вижу. Как говорится, мин максимум, пацаны. У меня 21 показывает. 22 там есть, 23 есть. Ой, а я нажал? Все, берса. Не, до берса еще 10 секунд. Да все, блин. Нет, уже берса. Она не пиздит, ебать уже, блядь, ебать, таймер пиздит. Он пиздит. А он 15 секунд где-то. У нас куда-то вылетел Артстайл и Амбассадор, я не знаю, правда, куда, но они еще на пуле босса вылетели. Ну, точнее, когда били босса. Ну, не прожались там несколько. Не, без двух человек уже точно, без четырех начинали.
Не, я имею в виду, что 2 именно вылетело. Кювикс был мертвый. Да, прикол со сферами. Мы привели на ровно полтиннике. Как бы это тоже неприятно. Даже еще несколько людей на искре, потому что они больше. Потому что дохуя людей сдохло. Мы его убивали спокойно. Да. То есть не то, что даже в начале, а именно в момент третьей фазы. Подохло до хера людей. Просто до хера. А кто говорил, что нужно больше людей? Как ты решишь проблему, то что когда босс стягивает тебя, нахуй, скоро просто нахуй, на спидхаке прилетает босс. А при чем тут третья фаза и искра босса? Ну, блядь. Сань, ты че? Человек сказал, что нужно больше людей на искру, ебать. Я говорю, и как ты решишь проблему, то что, блядь, когда он стягивает, нахуй, она, блядь, долетает босс. Давайте, короче, сейчас будет искра выходить, только, блядь, на синем кругу ее пытайтесь сразу, блядь, ловите, бейте, блядь, калите, чтобы она к нему не долетала, потому что такая-то хуйня в натуре с искрами, блядь. Амбассадор, артстайл, че вы где? Сейчас еще. Это хуйня нездоровая, блять, вот эти выходы ульды, блять, РЛК, блять, поломали, нахуй, тут какая-то залупа происходит, мне страшно в НАКС, нахуй, идти, блять. А чё в РЛК случилось? Ну, заходишь, блять, в АМК, блять, ебать, появляется портал, с него никто не выходит, типа, большой этот моб, понял? А маленький начинает спавниться без остановки, я понял, такая на циркуле такая хуйня была. Потом, блять, этот, он кто-то скидывал, там, это или вершина Утгарта, блять, или крепость Утгарта, заходишь в Инс, нахуй, все, и сразу полетел вниз, ебать, в текстуру. С вершины, блять. Заебок нахуй, блядь. Нравится, шилос, блядь. Думаю. Почему я с сапротом, ебать, я же фласку купил на СПД. У нас хиллеры сильные, а чё с амбассадором? Да их что-то выкинуло и все, пиздец. Давайте поменяем, могу похилить. Возможно, я тут сижу. Там хилы как бы вроде. А, ну ладно. Хил, одного нету хила. А так он АФК стоял весь бой, почему 500 каз заабсорбил. Да его выкинуло. Ну то и люди поумирали, потому что ДЦ не было. Если кого-то брать, не арч. Его кикнуть надо, а его тело в сте лежит. Чтоб тело выкинуло с инста надо. Не выкинет тело с инста, оно здесь будет лежать. Точно? Да. А пустит этого? Пустит. Женек, ты вообще о чем? Какой Маруру? Потом просто человека выкинет перед инстом или на кладбище. Так, что нам один ДД получается еще? А кто мне отступал? Где этот, блядь, столовка? Дима, да где, блядь? Он уступил или что-то такое? Ну, мне. Ты куда делся? А он тебя игнорирует теперь. Собака. Нахуй. Что, заходить? Конечно, давай. Да, давай. Столовка тогда в танке, срез, ты тогда в ДД. Шкаф, ебанешь. А так мы без Арамса были, что ли? Без Вара нормально. Я в форах. Не, нет Арамс. У нас есть комбат, нахрена нам Арамс. Да и кот есть. Да и фура не дамажит, ну ладно. Вот да как не нормально дамажит. Да нет. Копейки. Трансмок, что ли? Сейчас, если он тебя перед ДПСит, ебать, что ты скажешь по этому поводу? Меня? Я его сам сейчас перед ДПСу. Что ты скажешь свое оправдание, Влад? Посмотри, я Саню обоссал вообще, нахуй. Который мертвый был. Палком, блядь, да. Ничего не канает, нахуй. Здорово, пацаны. Открой блог. Он был... Весь его урон был на драконе. Так, я тоже умер, я тоже хилом был, Алёна. Да всё, короче, блядь, не отмазывайся, блядь. Чё, пати дадите вот у меня? Плюс они, блядь. Да вот я вот за сферы прыгаю. Какой сферы? А, вон, дай ему. Он тут здесь стоит. Читер, блин. Тише, никому не говори ни о чём. Всё, я заскринил. Как, пристабав? Да, давайте ребавчик. Теперь ты будешь к себе только паладинов, понял? Это МК маги. Срез, ты кричи на ХП. Ну я накричал вроде. А мы нет, ДЦ будем, да? Сейчас опасно. Да. Подождите, я сейчас кнопочку волшебную на пятерочку настрою. Вот так вот, чтобы тыкать ее. О, красота. На столовке рыбки нет.
Ну давай тебе дам, что какая разница. Спула на сфере. Тыкните столик, пожалуйста, забыл взять. Толя лок рыбка стоит. А рыбу вообще ставили? Рыба стоит, да, рыба стоит в локовском портале. Это уже вторая. Все, все готовы, да? Я, короче, фласку менять не буду, все равно танчить дальше буду после этого. Да не меняй, похуй. А вот, слышишь, а Саня, покикай вот этих, что в седьмой пати, блядь. Марят, да? Да они мешают, блядь, нахуй. Так, искра, где искра? Да, сзади нас, получается, с луны. Она уже долетела. Ловите ее нахуй сразу, блядь. Все видно. Саня поймал. Давайте разбиваем ее. Бейте и это, дамажьте, блядь. Не будем вот этой хуйней заниматься, сводиться, не давайте сводиться. Давайте Геру, поехали. Мы физически не сможем. Эту хуйню вставим. Шо? Как он сдох, блядь? Хуже его ёбать. Давайте БР, это РДРУ. Нечаянно, а мне Инар по ситуации сразу же будет оказывать. Забафали сразу друида, он сейчас сдохнет опять от какой-нибудь хуйни. Каску, лапу, всю хуйню. Искра, где? С противоположной стороны, быстрее, она под боссом, блядь. Он от ТП-шнул спрям под босса. Но на босса. Короче, ее нельзя нахуй, блядь, ловить, блядь, тянуть. Калите сразу, блядь. Второй раз такая же хуйня, опять он пол рейда сдохла, блядь. Пиздец. Радийская буря. 20 тишин. Ну это под искрой, он шо ты? Ну под искрой, понятно, что дело, блядь. Опять падать нахуй надо, блядь. Ну понял, я его спустил вниз, пару тычек дал, и она тупо... Кинул лаковый, блядь, она по времени, видать, теперь летит, блядь. Поверни дыхание в нас, блядь. Да, пайпай. Стопните хил нахуй. Ребята, делайте по искре лучше так, как она стопроцентно, блядь, будет на вас висеть. Один ударил, второй стаунтил. Все. Денис, он на нее кинул лаковый, она стояла в оковах, еле ползла и телепортанулась к боссу. Она не добежала. Смысл не в этом. Смысл в том, что когда ты таунтишь искру первый, она все равно летит в босса. То есть, чтобы она стопроцентно висела на тебе, а не летела в босса, нужно, чтобы кто-то один тычку дал, и ты сразу перетаунтил. Понимаешь, или что она телепортируется под босса, или нет? Не, ну, блядь, первую я стаунтил, она спустилась ко мне, то есть... Вы ее разбили, блядь, через 5 секунд после того, как она подлетела. А здесь он ее застопал, блядь, оковами, и стоит и видит, ну, раз, и телепортанулась. Блядь, гавай. Я тебе про механику. Я тебе говорю, она телепортанется нахуй. Я же второй раз эту хуйню вижу, блядь. Но если человек успевает дать на нее, блядь, ее застопать, притянуть и так далее, нахуй, он делает это за сколько ГКД? За несколько, блядь. Дать 2000 и таунт, нахуй. Это сколько ГКД будет тратить? А за одно можно сделать. Я тебе говорю, она телепортанется, хоть ты ее в очко отъеби, блядь. Понимаешь, блядь, или нет, нахуй? Русский, слышишь? Нет. Хорошо, сейчас попробуем. А только что пробовали, очко, блядь. В очко отъебать пробуем. 18 плюс. Хорошая идея. 18 плюс, блядь, нахуй. Мне не нравится. Ты пета завис в этом, блядь, пиздишь. Поставьте рыбку, пожалуйста. Сейчас. Со мной, да. Ради это тебя. У тебя ЛСД-то есть? ЛСД? У кого ЛСД есть? ЛСД, блядь. ЛСД, нахуй. Просто получается, она летит, я ее грипнул. Дал оковы. Даю 2-3 тычки. И она просто тпшится. Вот сейчас это... она летит, ты ее в очко ебешь и сможешь будет дальше. Ну, по факту, если бы быстрее влились, то, ну, как первую искру, то ну, тогда развивается, так понятно. Юха, а ты сейчас слышал, сколько он, блядь, скиллов прожал? Хорошо, а? Это отменяет того, что она телепортируется или что? Она не должна, блядь, телепортироваться к боссу, нахуй, в том-то и прикол, что если... В том-то и прикол, Дэн, что она телепортируется, блядь. Сейчас суть не в том, что она не телепортируется, не должна, блядь. Она телепортируется, просто, блядь, хоть ты, блядь, сломали икс, блядь, что-то работает что, не сука, так, блядь. Сложного попробовать то, что я предлагаю. Чё, да блядь? Пробовали только шо, блядь, уже. Что сейчас пробовали? Стопать ее?
Или, блядь, кулак, ебать. Чтобы один дал тычку, а второй затаунтил. Дайте мне, пожалуйста, кулак по руге. Бля, а вот еще проблема, как решать будете, то, что, типа, люди стоят, нахуй, в искре долбят все боссы, и никто не бежит на новую искру, ебать. Да и сейчас будем, походу, сразу, как только анонс вылетает, надо сразу бежать, похуй, на эту лужу, надо ловить следующую. Ну, как костры поставили, блядь, не со свечек, нахуй. Ну просто тоже, с одного края в другой край ты физически не успеешь, но быстрее долетишь. Маги, ну, инженерские сапоги, я блядь, и все успеешь везде, нахуй. Я сейчас буду... Ну, кто качал? Бегай. Я сейчас буду по, ну, по анонсу сразу бежать на следующую магу. Вон, слепсам попробуешь там агрить там после ударов или как? Не получится, я в одного его таунтил несколько раз, блядь, и она все равно будет лететь в босса, нахуй, что ты с ней не делай, если не затаунтит второй человек. То есть я... Ты вторым таунте. Я и говорю, что сейчас пойду, блядь, таунте помогать. Вот, ДК, все. Пускай ему поможет с притяжкой, и все. Ты хоть таймер, блядь, давай. Выбегайся на подстраховку. Курает ХП отлетать, если он даже не кост. По сверху. Как Асмудей ты умер? Пробой ставит. Понял. Так, искра, где искра, где искра? Вот, Асмудей идет. Ловим, блядь. Что? Вот оно. Давайте сейчас пока не будем Геру давать, пока не надо. Давайте Лока поднимите. Да-да-да, Асмодея надо поднять. Я вижу... У Слепкота только КД как будто. Следующая искра противоположная. С креста идет. С креста. Бегу, бегу, давайте, бегу, выдвигайтесь бегу туда, Ирландец, Мораль, Саня, двигайтесь туда. Побежали все уже туда. Наверное, все-таки в третий дадим Геру. Следующая с перед ебалом летит. С квадрата идет. Разворачивайте уже, разворачивайте. Пытайтесь к нам ее подвести, получится? Да в пизду, нахуй. Веди, веди, пока веди, не чё? Бейте. Не бейте, веди. Не гриппай, главное ее. Видишь, она гриппа. Все, вставайте. Все, давайте рост, хуярьте. Да-да-да, Гера, поехали. Слепкинь Нейнер, пожалуйста. Лядство нахуй. На Сарчу убила, пацаны. Я сейчас встану, блядь. Встанет. Где следующая летит? Черепа. Следующая черепа. Может, успеем. Давайте я туда подведу. Успели, давайте сюда развернем вас. Череп, быстрее, подбегайте все и дамажим на все бабки. Давайте. Ну, кстати, не ТП-шится она. Ну, что и требовалось доказать, блядь. Только каску давал, хвалец же, дайте каску, пало. Я кулаки давал. Стойте тут, никто никуда не выбегает. Мобы сейчас появятся сразу отсюда, вы их и хуярьте. Только в темпе, блядь. Каску по шаману дайте кто-нибудь, блядь. И пристабав и лапку, а то он сдохнет на дыхании. Все, в купол. Ребята, вас там сейчас может шотнуть к хуям. Не рискуйте. Влад, у тебя есть гим? Да. Вот, первый Влад нажмет. Мумура, ты второй нажми. Сейчас я только на маму спою. В новый! Перебегайте. Стоим.
Да он рядышком. Готовься. Готовься, готовься. Прохильтеры. Перемигать. Тарелки там падают, кто скилловый, сядьте на тарелку, полетайте, быстрее же будет. Мура, готовься. Никто никуда уже не бежит. Жми. Лучше не надо, но сбросил. Ничего вроде не жал. Тарелки умирают. Она умерла, твоя тарелка. Так а че устали? Нету этой. Подбегайте, бейте, че вы стоите, пиздец. Макс, уже в новый бегите быстрее. А мы сейчас добьем уже. Ну, я про то, что ты будешь анонсить. Ну это да, да. Давайте да. Быстрее. Я квадрат на себя поставил. Че, кто-то мне открыл? Вверх летите под морду. Три, ну, стакали, разочки. Точнее, встаньте в мой фрейм, в квадрат. Все, в квадрат. Просто стаки не проебите и щит прижмите вовремя. Все так. Отлетели. Блять, Максим, нахуй. А, я прожался. Говоришь, не проебать, нахуй. Тихо, тихо. Саня, води. Что за хуйня? Отлетели. 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 Да я по аноншу, давай. Не заебаю. Сейчас каз будет смотреть. Отлетели, 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 отлетели. Долго, блин, надо быстрее. Кассу, там кассу. Отлетели, отлетели. Отлетели. Нечаянно. Где ты скры, блядь? Отлетели. Каст, отлетели. Давайте стаки там. Вижу уже. Три чела стаки проебал. Каст, слушайте. Отлетели. Класс.
Отлетели. Да, он-то горит. А чё, блин, в ДБМ? Саша, лут только резко забирай. Так, тут. Где ебаное сердце? Получается, прошли новый контент, нахуй. За свое не можно и подать. Блин, одна параша упала, пиздец. Хоть бы что-то толковое, блин, на ребят упало. Отойдите, пожалуйста. Так, Нак, сразу сумму. Саша, только быстрей. Ну так... Мы сейчас подсумоним. На месте стоит. Смотри, а сердце сделали, что сейчас могут брать, и оно не... Да его могут все, его могут брать все, там по времени оно пропадет, 30 секунд. Давай, я тебе дал этого. Забери себе, я не могу. Давайте быстро отойдите нахуй все. Какой там пати? Идите в портал все, что вы здесь столпились? Отойдите от лута. Квот Винка на ОС, это, плюс гильдию инвайт, да? Сейчас. Все, я все забрал. Нет. Все, всем пока, пацаны. Удачи. Ну, давай. Давай, давай, давай. Так, Саня, тебе отдать? Ну, я сейчас все равно пока логаут сделаю. Тогда все. Ну, кто там на твинке, кто там есть? Ну, блядь, не могу, Макс. Давай, ВОЗ, прилетим, я отдам. Кажется. Так, нет, там же еще кто-то был, не только что ты, блин. Кто там еще был? Там на Наксе, пацаны, стоит. ВОЗ, походу, никто не водил твинков. Ну, у меня только один стоит. Там, сейчас Санька. Да сейчас Долоран он пролетят, люди, там минута делов. А что, мы ВОЗ твинков, что ли, берем? Да мы, типа, на Сумон попасть, там все дела. Хуяво гений, ебать. Это что ты, блин? Вам, ебать, череп не жмет, нахуй? Ой, бля, чё так долго он, сука, выходит с этого ебучего оса. Ока, точнее. Тебе что-то нужно?